Николай Алексеевич Некрасов. О письма женщины нам милой. 1852 год. Читает Лев Литвинов. О письма женщины нам милой. От вас восторгом нет числа. Но в будущем, душе унылой, готовите вы больше зла. Когда погаснет пламя страсти, или послушаетесь вы благоразумья строгой власти и чувству скажете «увы», отдайте ей ее послания или не читайте их потом, а то нет хуже наказания, как задним горевать числом. Начнешь с усмешкою ленивой, как бред невинный и пустой, окончишь злобою ревнивой или мучительной тоской. О ты, чьих писем много-много в моем портфеле берегу, подчас на них гляжу я строго, но бросить в печку не могу. Пускай мне время доказало, что правды в них и проку мало, как в праздном лепете детей, но и теперь они мне милы, поблекшие цветы с могилы погибшей юности моей.